Где сохранился асфальт? С приходом весны дороги ноябрьские оголились и заметными стали все больные места. Наша съемочная группа отправилась на экскурсию по городским улицам, дабы выяснить, где сохранился асфальт после летних ремонтов, а где растаял вместе со снегом. Рубрика «Нам здесь жить». Еще не до конца растаял снег у дорог, во дворах красуются огромные снежные кучи, а в ноябрьске уже открыт сезон дорожных работ. Как оказалось, с приходом весны оголился не только асфальт, но и дыры в нем. Причем они настолько велики, что кое-где показалась даже арматура. Понятно, что автолюбители не рискуют и ямы объезжают. Правда, для этого приходится либо тесно сжаться к обочине, либо выезжать на полосу встречного движения. На градуснике ноль, но это не мешает дорожникам заделывать ямы. В принципе, оборудование, которое у них есть для этого, позволяет работать и при более низких температурах. Правда, сами они не раз заверяли – ямочный ремонт – отнюдь не долговечное мероприятие. Через месяц-другой им придется вернуться сюда снова, с той же целью. Кстати, ремонта на республике не было давненько, а потому не так обидно видеть здесь прорехи. Гораздо неприятнее созерцать ямы на Изыскателе. Здесь полотно стелили летом. Или вот на Ямальской. Здесь тоже летом был ремонт. Хотя, к примеру, на Холмогорской, советской строителей дорожное полотно морозы в принципе выдержало. Местами, конечно, есть трещины, но это не так страшно. Главное, что ямы не появились. А вот здесь, на Цое, буквально разваливаются так называемые лежачие полицейские. Их стелили тоже летом прошлого года. Видимо, срок годности у неровностей очень короткий. Нельзя спокойно проехать и по энтузиастов. Ямы, коварно заполненные водой, поджидают водителей буквально на каждом шагу. Причем глубину их еще никто и не мерил. Да и не стоит, мало ли. Их предпочитают объехать. Что, кстати, довольно затруднительно. Дорога узкая. Ну и, само собой, наша съемочная группа не смогла не уделить внимания печально известному проезду на промзоне. Ямы почти по колено. В общем, не дать не взять минное поле. Видимо, и сюда в скором времени доберутся дорожники, чтобы залатать их. Капитального ремонта в этом году здесь не будет. Денег на это не запланировано. Так что, господа, крепитесь. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города.